Самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Стиль Коко Шанель в самом специальном предложении от бренда Prestige Style. Это куртка яркая рандеву. Но это не просто куртка, это куртка-жакет по самой лучшей цене, которая действует ровно одни сутки. Я для себя выбираю цвет яркий, цвет красный. Я уже готовлюсь к весне, я хочу к себе привлечь максимум восхищенных взглядов. И любви, потому что именно красный цвет привлекает любовь в свое сердце. Что ж, прекрасно. У нас есть бордовый цвет. Чем он хорош? Для тех, кто хотел бы яркости, но еще побаиваться красного, я бы посоветовала сделать выбор в сторону цвета бордового. Яркий василек. Раскрасим свою жизнь яркими красками. Слушай, я обожаю горький шоколад, но знаю, что многие женщины сидят на диетах. Вот сидите на диетах, а шоколадки хочется. Выбирайте для себя куртку, жакет, яркое рандеву именно в цвете шоколадного цвета. Он действительно очень вкусный. Далее изумруд. Изумруд для любительниц малахита, для любительниц изумрудов. А как он подойдет для тем, у кого серые или зеленые глаза? Слушай, ну вот классический цвет темно-синий. Если есть уже черный, можно выбрать, например, у нас пошли базовые расцветки, да. Классический темно-синий для тех, кто хотел бы отказаться от черного, но не в пользу яркости. У нас сливочный цвет. Знаешь, он очень мягкий, он очень кремовый, подойдет к любому типу лица. Знаешь, такой вкусный, похож, знаешь, на мороженое крем-брюле, согласись. Точно. Ну и, конечно же, черный цвет. Классика, торжественность, стройность, никогда не выходящая из моды. Это классика. Я считаю, нужно выбирать сразу две расцветки, какой-нибудь один из классических, и обязательно положите яркий цвет. Вам захочется яркого настроения, ярких красок этой весной. Да и вообще, я считаю, что независимо от того, какая погода за окном, должны чувствовать себя всегда ярко и стильно, но при этом еще и комфортно, и, конечно, чувствовать себя дорогой и роскошной. И это позволяет нам бренд Prestige. А дорогой и роскошной почувствовать себя в этом жакете очень легко, потому что дорогая и роскошная здесь не только ткань, еще и фурнитура. А когда производитель уделяет такое внимание отделке своих вещей, это говорит о качестве. Посмотри, у нас здесь опять не крашеный пластик, у нас металлизированная фурнитура. На пулере у нас стразы, которые переливаются словно бриллианты. Но стразы у нас украшают не только эту часть нашего жакета. Молнии у нас как раз еще и закрывают карманы. И там точно такие же пулеры со стразами. То есть, на самом деле, этот пулер, он уже выполняет роль кулончика. И вот эти стразы сверкающие, вот здесь вот у нас в районе карманов тоже. Да. То есть, у нас жакет действительно богато украшен. Ну, это весной на солнце это будет невероятно переливаться и, конечно, создавать статусный богатый вид. Это эксклюзивный вид, эксклюзивная женщина. Успейте дозвониться прямо сейчас. Если вы смотрите наш телеканал впервые и только сейчас видите бренд Prestige Style, сделайте свой первый заказ. Именно в эту минуту вы приобретаете и куртку, и жакет, и свое яркое весеннее настроение, но кроме этого вы еще и приобретаете нашу любовь. Вот оно, наше большое золотое сердце. Это подарок. Внутри находится ваше золото. Это золотая бонусная карта. На ней уже лежит 200 бонусных рублей. Экономьте вместе с нами, но никогда не экономьте на себе. Получайте больше и позволяйте себе больше. Звонки бесплатные, дозвонитесь прямо сейчас. Наташа, расскажи, пожалуйста, наша куртка-жакет яркое рандеву выполнен в стиле Коко Шанель. Но будет ли он странить, например, 58 или 54 размер? Лена, а ты посмотри на наш подиум сама. У нас три разные фигуры и три совершенно стройные наши девушки. У нас Марина 52 размера, куртка-жакет, на ней сидит как влетая. Обращу сразу твое внимание, у нас в нашей куртке предусмотрены плечики, которые сразу корректируют линию плеча и делают посадку идеальной. Взгляни дальше, Лен, у нас золотая молния, которая как бы разрезает силуэт надвое. Это всегда делает верхнюю часть тела менее массивной. В целом у нас очень правильная длина. Что есть правильная длина у жакета? Не слишком короткая, которая сейчас очень часто встречается чуть ниже талии, не слишком длинная. Бывают жакеты, которые заканчиваются с самой широкой части бедер и от этого подчеркивают. Да. У нас чуть ниже косточки на бедрах. Для чего это нужно? Для того, чтобы уравновесить и сбалансировать пропорции, для того, чтобы увести взгляд от пышности бедер. То есть Светлана Анисковец даже длину сантиметра сантиметром промерила, причем длина такая, именно 61 сантиметр приблизительно от плеча, она универсально правильно садится на любой рост. Это прекрасно, потому что сегодня мы выбираем уникальное и универсальное предложение. Это куртка, жакет, яркое рендеву, которое подстроится лично под ваши параметры и подчеркнет вашу женскую красоту. Светлана делилась с нами своими ощущениями, что раньше, заходя в магазине, она не находила для себя практически никакой одежды. И, конечно, испытывала ощущение обиды и ущербности от своего внешнего вида. Я вот знаю, что многие женщины тоже страдают, что заходят в магазин, а им говорят «нет». Но сегодня телеканал Shop and Show и Prestige Style говорит вам «да». Будьте модной, будьте стильной, будьте роскошной, выбирайте самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Это куртка-жакет, яркое рандеву до 60 размера. Есть наличие у нас, дозванивайтесь и оформляйте заказы. Это эксклюзив. Причем, Наташа, выбирая для себя вот такую, казалось бы, кожаную куртку, мы ощущаем комфорт и уверены в качестве, согласись? Мы уверены в качестве. Давай заглянем внутрь. Как говорила бессмертная Коко Шанель, я не могу сказать стоимость вещи, пока не увижу ее изнанку. Посмотри, у нас здесь бортовая подкрайная обтачка, у нас здесь подкрайная обтачка зоны горловины. Причем абсолютно все обтачки у нас обработаны флизелином. И это говорит о качестве, это говорит о том, что ни бортовая, ни горловая зоны не растянутся. Мы можем смело стирать нашу куртку-жакет в стиральной машине. Главное выбрать щадящий режим, и все, наша форма нашего жакета абсолютно сохранится. Плюс ко всему упругость самого материала, возвратный эффект, то есть у этого жакета не оттянутся локти, он не потеряет форму от носок, он всегда будет выглядеть так, словно в первый день, когда мы его увидели. Но при этом еще, выбирая для себя куртку-жакет яркое рандеву, вы насладитесь комфортом потрясающей ткани. Не захотите с ней расставаться, да и не надо, потому что наша куртку-жакет яркое рандеву можно носить все 4 сезона. Ну вот, например, Наташ, можно зимой носить как жакетку дополнение к нашим брюкам или юбке, а весной как легкую куртку, ну и летом тоже накидывать на прохладные вечера тоже себе на плечи. Конечно, Лен, мы же говорим именно об универсальности. Сейчас эту куртку носим смело как жакет или даже блуза. Ну а потом мы будем носить как кожаную куртку. Позвольте себе жить роскошно. Начните новую жизнь вместе с Shop and Show, брендом Prestige Style и с нашим специальным предложением сегодняшнего дня. Куртка и жакет яркое рандеву.